Всем привет! На сегодня вот такая вот красота с Божьей коровкой. Решила повторить картину с Божьей коровкой именно. Попросила дочка. Хочу сделать серию картин, таких вот летних, детских, забавных для детской спальни. Ну, как обычно, все по старой схеме у нас. Накидала карандашиком эскиз. Сейчас плохо видно, конечно. Приближу немного. Думаю, здесь вот третий цветочек еще добавить. Вот, и как всегда подготовила такую вот шпаклевочку, немного размешала для того, чтобы сделать нашу Божью коровку и цветы в объеме. Ну, сейчас будем приступать к работе в объеме. Затем мы ее зачистили наждачкой. И сейчас будем работу выполнять в цвете красками. Ну, всем, как обычно, желаю творческих начинаний, творческих успехов. Thank you.
основной цвет мы положили. Теперь мы будем делать цветы. Цветы у нас будут белые по центру. Завершающий этап прошел, покрыли мы картину лаком. Вот такая вот красота у нас получилась. Ну, можно было бы, конечно, добавить сюда еще белых брызг, оранжевых, может быть, да? Ну, я посчитала, что такой будет лучше.